Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут для наших, будем надеяться, зрителей, которые появятся. Меня зовут Кирилл Сарев, я статистический юзер всех таких приставок. Хорошо, первый вопрос. Я думаю, вы в этом месте впервые, вместе, да. Которое именуется Next Club. Как ваше впечатление, как ваши эмоции? Это здорово, честно сказать, такие слухи об этом были реализированы давно. И мы, я думаю, не только я, а вообще все сообщество людей, которые увлекаются этими играми, с нетерпением ждало открытие. Я думаю, это будет круто. Да, как вот на данный момент известно, это место официально не открыто. Но я надеюсь, что здесь будет еще более интересно. Так, следующий вопрос. Непосредственно сегодня, непосредственно мы. А что вы больше всего играли? PS Kinect? Я играл больше в игры Kinect, да. То, что нужно активно двигаться. Вам нравятся именно такие вот активные игры, да? Да, в последнее время я не джойстиком, не клавиатурой, а именно как здесь. Kinect. И, наверное, еще буквально пару вопросов. Следующий вопрос. Дочка? Да. Заключается следующий вопрос в общем. Я так понимаю, вы больше приверженец именно консоли, не как компьютера. Или вы тратите время именно одно и на второе? Ну, вообще, это, наверное, все потихонечку отходят от именно обычные. На компьютере и на клаве, именно к консоли. Это, видимо, признак большей такой серьезности. Факт, я вот, на мне это отражается. Действительно, я уже больше люблю брать диски, ставить их. Есть телевизор, сразу это было игровое ощущение. Не так, что где-то хорошо. Знаете о существовании такого вида спорта? Общественно, оно не до конца признано. Видите, зачем вы знаете, как вы сыграли чемпионат мира? Да, я смотрел. Еще на Евроспорт было показано несколько туров, мировых, по-моему, по киберспорту. Там они играют, значит, футбол, потом Counter-Strike, потом гонки какие-то и что-то вроде Dead or Alive. Я думаю, это ESL экстремально. Да, наверное, да. Буду очень круто. Вот. Просто почему я спрашиваю, собственно, одно из направлений, на котором мы должны ходить Next. Ну, как бы, не такой большой приоритет, да, как там. Будем у нас немножечко зрелищно. У нас будет иначе делать. Хорошо. И самый последний вопрос. Когда мы откроемся? Будете посещать нас? Конечно, обязательно. Обязательно я. Потому что то, что я здесь вижу, это, скорее всего, только верхушка айсберга. Да, потому что по слухам будет что-то вообще нереально. Спасибо большое.